справа у нас, кстати, Минский завод колесных тягачей. Вот. Вот он тут располагается. А это мы сейчас будем по машиностроителям, наверное, ехать. Будем ближе. Сейчас мы будем ехать параллельно кольцевой. Ну, посмотрим, что здесь у нас в заводском районе красиво.
обязательно, это первое, когда перестройка идет, нужно смотреть и в боковое зеркало, и в зеркало заднего вида. Это просто необходимо. А тут просто человек на огромной скорости, он просто лез на меня. Да, могла быть авария, причем очень серьезно. Он бы меня просто снес с кольцевой на такой скорости огромной, на которой он ехал. Да, страшно. Страшно. Прям вот, и мы
очень, ну, целый год я даже делала снимок. Ну, вот была такая боль. Боль вот, где соединяются вот фаланги, средняя фаланга посерединке. И мне болело, и сделали снимок, ну, как бы было все хорошо, такой вот был ушиб связок небольшой. И, в принципе, ну, порекомендовали доктора просто не напрягать, поменьше как бы двигать рукой, но болел, ощущалась боль целый год. Вот прошел год, вот и сейчас, это было в прошлом году, только сейчас вот я уже так более-менее стала ощущать, что, ну, все, меня не беспокоит, меня не болит. А так вот настолько, причем это была именно отдача вот рулевого управления, отдача такая от руля, которая, я как бы ее не чувствовала, руль же там не прыгал у меня в руках, а вот именно вот это напряжение, оно вот так мне ударило по пальцам, что вот даже вот так со связками. И, конечно, мы остановились, и мужчина этот остановился, потому что там была такая ситуация посерьезнее. Вот, и он подбежал к нам, и просто был, его трясло, потому что у него тоже ехала семья, ехали дети в машине. Он был, ну, молодой достаточно такой, ну, лет 35. Он, конечно, весь трясся, ну, извинялся. Ну, мы сказали, что... Ну, что мы могли сказать? Будьте аккуратны, будьте внимательны, потому что вы отвечаете не только за себя, но и за свою семью. Поэтому будьте очень аккуратны. Но, конечно, его переколотило, он, наверное, после этого, ну, долго оправлялся после вот этой ситуации. Поэтому всегда нужно быть внимательным, ответственным и за себя, и так, как бы интуитивно понимать, что вокруг вас могут быть разные водители. Разные водители, абсолютно. Моим таким наблюдением водительским, вот в такую погоду, когда как бы солнечно, сухо, ясно, даже больше есть вероятность таких вот ситуаций непредсказуемых, чем когда там дождь идет, снег, потому что тогда водители, ну, я так делаю выводы, что они более все-таки сосредоточены и более ответственны. А вот когда такая погода, когда ясно, замечательно, то они немножечко, наверное, расслабляются. А если ты за рулем, все-таки это, ну, это большое такое момент ответственности, очень большой ответственности за себя и за окружающих. Вот. Поэтому в такую погоду особенно, особенно надо быть внимательным. Потому что можно и полихачить, и скорость, как говорится, втопить педаль скорости и полететь. Потому что все как бы вот... Все так легко, все так просто. Вот, ну. Не поддавайтесь на такие вещи и будьте всегда-всегда внимательны. Друзья, вот такой мы сегодня проехали путь. Ну, я думаю, что вам было интересно, просто даже, может быть, кто-то не может, вот как Сашка. Ну, нет возможности сейчас выехать, а он вместе со мной прокатился, слушал мой голос, посмотрел, может, что-то новое для себя увидел. Поэтому будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Я думаю, что будет еще много интересного.
Пока.